В ночь с 18 на 19 января православные отметят Крещение Господне. По традиции в эти дни верующие окунаются в Иордань, чтобы очистить душу и тело. В столице республики традиционно готовят места для массовых купаний. О том, как идет подготовка, Юлия Важенина. Территория около Свято-Троицкого мужского монастыря – традиционное место крещенских купаний. Схему размещения купелей в этом году уже утвердили. Перед установкой планируется проверить деревянные конструкции. Как обычно, переодеться можно будет в специально оборудованных кабинках. Здесь обещают поставить скамейки, урны для мусора, биотуалеты. Территорию будут подсвечивать 3 прожектора. Для подхода к купелям будут проложены деревянные пешеходные трапы, а по периметру крещенских купаний будут установлены турникеты и организован дежурство сотрудников полиции. Территории и места крещенских купаний будут подготовлены в соответствии с необходимыми требованиями безопасности. Будут установлены дополнительные предупреждающие знаки «Осторожно», «Проход запрещен», «Тонкий лед». «Осторожно, скользкие ступени». Глубина воды в купелях будет не более 1 метра 30 сантиметров. Погреться все желающие смогут в специальных палатках с обогревом. Будут работать и торговые ряды с выпечкой и горячим чаем. В избежание несчастных случаев поисково-спасательная служба будет круглосуточно дежурить по всей республике. Парковки для автомобилей прилегающих территорий очистят от снега.